Я хотел бы рассказать о своем дедушке Ройбе Алексее Николаевиче. Алексей Николаевич родился в 1919 году в Завитинске Амурской области. В 1939 году его призвали в ряды Красной армии. Но вернуться домой Алексею Николаевичу не удалось. Началась война. О войне Алексей Николаевич никогда ничего не рассказывал. Но мы нашли его фронтовой дневник. Вот что он писал. В конце января 1942 года мы прибыли в Сталинград. Меня назначили командиром минометного отделения. Материальную часть миномета изучали во время пути в Сталинград. Не было такого случая, чтобы кто-то паниковал. Все трудности переносили безоговорочно. Сложности были, не хватало мин, и мы не видели цели. На одном месте долго не стояли. Бросали на тяжелые участки и в основном ночью, когда не бомбили. Окапывались на улицах, в скверах, в садах. В домах при бомбежке оборону не занимали из-за опасности обвала стен и потолков. Целых домов в Сталинграде не было. А штаб дивизии и полка располагался в подвале универмага. Для нашей большой семьи праздник 9 мая, День Победы, всегда был самым главным праздником в году. И все дедушкины дети, внуки, правнуки, в каком бы городе они ни жили, они всегда старались приехать 9 мая в Хабаровск, чтобы поздравить деда и всех наших ветеранов с Днем Победы. Я хочу поздравить всех ветеранов Великой Отечественной войны, всех тружеников тыла с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Спасибо вам за ваш боевой подвиг. Низкий вам поклон. Здоровья!